выпуске, ну, более 9 конкурсов уже прошло, и в день мне пишут по 5-6 человек, как их проводить, какие условия, что от них нужно. Вот решили из-за этого записать вебинар, чтобы вопросов больше таких не оставалось. Сразу будет ссылочка на вебинар. Я расскажу тут этапно, что нужно от вас, какие мы предоставляем возможности для этого конкурса. Ну, чтобы больше вопросов не осталось, давайте тогда начинать. Первое, как говорится, в конкурсе это призы, потому что любой конкурс это розыгрыш призов. И вот давайте с этого начнем. Первый сайт это призы. Призы предоставляют организаторы конкурса, то есть не администрация UDS, а организаторы конкурса. Обычно они договариваются с компаниями, от каждой компании берут какой-то вступительный там взнос за участие конкурса, там 2000 рублей, собирают 10 компаний, получается 30 тысяч рублей, на них уже покупают призы для розыгрыша. Администрация UDS не предоставляет призов для проведения конкурса. То есть призы предоставляет именно организатор этого конкурса, то есть партнер, либо там несколько партнеров. Второй момент. Запись будет на YouTube-канале, мы ее потом выложим, сразу ссылочку. И к этой ссылочке еще будут все материалы из этого вебинара прикреплены, потому что там и шаблоны для розыгрыша конкурса, и варианты оформления, и как в дальнейшем, допустим, подвести итоги конкурса с помощью Excel-табличек и рандомайзера. Вот. Второй момент, вот по призам, очень часто такое бывает, спрашивают, я хочу, грубо говоря, там 20-30 призов разыграть, на самом деле лучше так не делать, по статистике у нас есть, это не более 3 позиций, что было в конкурсе. Грубо говоря, первое место один приз, второе место там можно на 2 человек разделить, и третий приз, грубо говоря, там наушники, их можешь там от 1 до 10 человек выбрать. Ну, тут, наверное, все понятно. Первый, самый главный приз, он достается одному участнику. Второй, допустим, приз, это может быть какой-нибудь там фитнес-трекер, да? Ну, фитнес-трекер недорогой. Вот, их можно разыграть два места распределить. И третий приз, это обычно наушники какие-нибудь беспроводные бывают. Не айфоновские, это обычно ставят какой-нибудь там ксиаомовские наушники беспроводные, они стоят там 2-3 тысячи рублей. Вот их можно там несколько прям разыграть, штук 5. Когда у вас просто гигантский список, что за первое место такое, за второе такое, за третье такое, там вот он просто гигантский, это неудобно читать, и многих отпугивает, говорят, ну, как-то это странно, я бы не повелся на это. Грубо говоря, а когда конкурс состоит, допустим, из картинок, из вот таких, сразу понимаешь, что тут ровно пылесос, телефоны, наушники будут разыграны. И чем больше призов за третье, допустим, место, допустим, там 5-10 наушников, чем больше шансов у людей как бы выиграть. Ну, это психология человека так устроена, он не смотрит на первое место, да, там это классно, но, скорее всего, не играл. Второе, третье, у него уже более доступно в голове. И он охотнее начинает участвовать. Вот. Третий, это самый вот, тоже главный момент, дорогой приз очень настораживает. Лучше большее количество небольших призов, чем один большой. Был такой случай, когда пришли и говорят, давайте мы только одно место сделаем, это будет телефон Samsung. Я говорю, ну как так, один же это не очень хорошо, но он же, говорит, дорогой, это должно стимулировать всех принять участие. Ну, согласились на это условие, посмотрели. И после этого люди заходили на страничку, мы видели этих пользователей. И никто даже не получал сертификат, никак не участвовали в конкурсе. После этого мы их опросили почему-то, они говорят, ну это один приз, это такая малая вероятность, что я его выиграю. Зачем среди толпы этой участвовать, если я понимаю, что я ничего не выиграю. То есть вот один дорогой приз, он никак не стимулирует принять участие в конкурсе, лучше разделять все-таки на более мелкие, даже не гнаться за какими-то супердорогими. Можно на первом месте те же самые фитнес-трекеры поставить за 3000, на второй какой-нибудь за 2000, и можно даже сертификат там по 1000 рублей просто за третье место раздавать. Это гораздо лучше работает, чем когда у вас супердорогой приз один, супердорогой приз второй, и все, грубо говоря, ничего больше нет. Вот. Когда вы определились с призами, ну, то есть с призовым фондом, разделили какие призы, следующий этап – это тип розыгрыша. Вы должны понимать, что несколько типов розыгрыша может быть. Это через сертификаты, когда мы формируем список компаний и говорим, вот у тебя будет двойная выгода. Получи, забери сертификат
в этой компании, там в другой компании, то есть список компаний «Забери сертификат», сходи его потратить и будешь участвовать в розыгрыше. Второй тип – это через источники трафика. Когда мы не берем сертификаты, а берем источник трафика, размещаем и говорим, присоединяйся к этим компаниям, совершай оплату в этих компаниях и участвуй в розыгрыше призов. Третий тип розыгрыша – это когда все покупки. Тут мы не делаем акцент на сертификатах и источниках трафика, а просто говорим, что в период, допустим, с 1 по 15 декабря приходи вот в эти компании, совершай покупки от 500 рублей и будешь участвовать в конкурсе. У каждого есть свой плюс и минус, и как раз вот сейчас мы об этом поговорим. Первый тип – это сертификаты. Вот как они выглядят, видно справа. То есть этот сертификат от компании можно получить. И тут есть некоторые нюансы, как плюсы, так и минусы. Первый, самый бесспорный плюс – это точно пришли по розыгрышу. Когда сертификат размещается, он размещается только в этой подборке этого конкурса, его может получить любой человек, который зашел в эту подборку, увидел этот конкурс, захотел в нем участвовать, и он его получает вручную. То есть никаким другим путем они не могут это получить. То есть вы точно знаете, что насколько эффективно сработал вот этот конкурс для вашей компании. Также, что тут плюс, он является как для новых клиентов, так и для старых клиентов, потому что сертификат может забрать как новый клиент, так и увидев, допустим, этот розыгрыш, старый клиент, который уже у них в базе есть, он тоже может его забрать, этот сертификат. Но тут, кстати, многие вопросы мне писали, говорят, ну, если он же сейчас заберет, один раз его потратит, придет второй раз, опять заберет, нет, сертификат можно по ссылке получить только один раз. Если он его потратил один раз, этот сертификат, в следующий раз, когда он нажмет «Получить сертификат», уже будет написано «Вы уже получили такой сертификат, извините». Вот. Минус этого этого розыгрыша сертификат можно только один раз его использовать. То есть получил сертификат, потратил его, все, второй раз нельзя. Можно, конечно, дописать, грубо говоря, что вот приходи, трать сертификат, и совершай повторные покупки без сертификата уже на какую-нибудь там сумму 1000 рублей, у тебя будут шансы увеличиваться. Но это немножко усложняет сам конкурс. То есть вы так можете сделать, да, но это немножко усложняет. Вот. Но сертификат, он как бы очень хорошо работает, потому что он как привлекает новых клиентов, так и повторные покупки старых позволяет повторные покупки старым клиентам. Вот. Так, следующий тип. Это у нас источник трафика. Тут тоже свои плюсы и минусы. Тоже точно пришли по розыгрышу, потому что источник трафика размещается, опять же, в описании конкурса. Никто другой там к нему присоединиться не может. То есть он увидел конкурс, пришел, открыл, все, присоединился, все, этот клиент пришел к вам по конкурсу. Самый жирный минус. Старые клиенты не могут участвовать. То есть невозможно активировать повторные покупки, потому что источник трафика только для новых клиентов. То есть старый клиент, когда будет пытаться присоединиться, ему будет писать, что все уже, ну, ты не можешь присоединиться, так как ты уже являешься участником этой компании. Вот. Но большой плюс, что можно использовать сколько угодно раз для новых клиентов. То есть можно написать вот для участия в розыгрыше, соверши покупку. Вот как мы видим справа под кнопкой присоединиться для участия в розыгрыше, соверши покупку на сумму от 1500 рублей. То есть мы зафиксировали тех людей, которые вступили, новые клиенты по этому конкурсу через источник трафика. И все, мы можем им говорить, совершай теперь покупки на 1500 рублей и увеличивай свой шанс. Он там может 10 раз совершить, пройти 10 дней подряд, может там 20 пройти, может 1 раз пройти. Это уже зависит все от компании. То есть вот. Но старые клиенты здесь, конечно, немножко в пролете бывают. Вы также можете написать, что старые клиенты тоже могут как бы приходить и тратить, но тогда получится, что если старый клиент пришел, не зная о розыгрыше, ну, получается, он в розыгрыше начал участвовать, сам того даже не зная, и это не совсем правильно, потому что все-таки розыгрыш направлен на то, чтобы те, кто о нем узнал и действительно хочет эти призы получить, участвовать. И вот третий тип – это как раз покупки. То есть, когда вы выставляете, что просто вот у нас нет источника трафика, нет сертификатов, просто приходите к нам и совершайте покупки от 500 рублей, и вам, типа, вы будете участвовать в этом розыгрыше. Чем больше покупок вы совершите, тем больше шансов вас выиграть. Тут невозможно отследить, кто именно пришел по конкурсу, знали ли они вообще о конкурсе. Просто это основная такая большая акция.
которая принесет, конечно, свои плоды, но очень большая вероятность того, что к вам придет клиент, который вообще не знал ничего акции, совершил базовую покупку, что-то там выиграл, главный приз. Он, конечно, обрадуется об этом, но те, кто именно в конкурсе хотел участвовать, они, наверное, расстроятся. Вот, то есть такой шарной выигрыш получится. Но зато здесь другие плюсы для новых клиентов, для старых клиентов и сколько угодно раз использовать. Вот. Выбор за вами. Мы рекомендуем, конечно, лучше делать через сертификаты, потому что это как для новых, так и для старых, и хорошо отслеживается. Для тех, кто в первый раз хочет запустить, лучше через сертификат делать, посмотреть хотя бы, как эффективно у них пройдет первый этот конкурс, какие компании там больше всего заинтересуют пользователей. А потом уже как бы допиливать эту механику, и можно через месяц второй конкурс какой-нибудь провести уже с более сложными условиями. Вот. Так, мы определились уже с призами, с типами розыгрыша, что нам еще нужно. Тип розыгрыша – это дополнительные условия, которые может быть. То есть сумма покупок в каждой компании от какой-то суммы. То есть когда мы делаем, грубо говоря, раздаем сертификат, мы можем указать, что для каждой компании, чтобы участвовать в конкурсе, нужно потратить не просто этот сертификат, а еще сумма покупки должна быть, грубо говоря, от 500 рублей выше в этой компании. Во второй компании, которая там в этом списке есть, там может быть уже совсем другие условия, от 1500 рублей. Грубо говоря, это связано еще с типом бизнеса. Если мы возьмем шаурму какую-нибудь или какое-нибудь маленькое кафе, там будет условие покупки от 300 рублей. Там же нет смысла ставить от 2500, потому что у них никогда таких чеков не было. А если это мебельный магазин, то можно поставить от 10 тысяч рублей участие. Вот. Повторные покупки увеличивают шанс выигрыша. Это тоже нужно понимать, что это можно сделать, но это тяжело будет отследить. Вот. То есть частоту покупок отследить. И многие задают, присылают, точнее, мне условия, чтобы присоединиться или подписаться на какое-то количество компаний. Вот там ссылки в Инстаграм на эти компании. Вы через UDS не сможете понять, клиент присоединился в эти компании или нет. Они, конечно, их оставляют условия, эти говорят, мы их пропишем, как будто бы они нужны, но на самом деле проверять не будем, это совсем правильно, лучше все-таки сделать более прозрачный конкурс. Эти условия не писать, то есть вот присоединитесь там к 10 компаниям, потому что вы не узнаете, присоединился ли пользователь к этим компаниям или нет. Если у вас только там ко всем админкам доступа нет, и вы там сутками не сидите, прям айдишники не сверяете, это очень тяжело, лучше этого не делать. Так, следующее у нас идет. Сроки. Вот. Рекомендуемый срок проведения – это не менее 3 недель, потому что мы отправляем по конкурсу пуш-уведомления каждую неделю, мы делаем на это акцент, и все-таки двухнедельный конкурс он не так эффективен, потому что какой-то пользователь может узнать о конкурсе через неделю, получить сертификат, и когда человек получает сертификат на этот конкурс, он не бежит сразу его потратить. Потому что все-таки у всех какие-то дела, он думает, да, я вот в нем поучаствую, какое-то там время свое выделяет, но это может он на следующей неделе пройти. Поэтому рекомендуемый срок не менее 3 недель. Вот. Также сроки по розыгрышам, если вы используете сертификат, надо закладывать с учетом буферных дней. Что такое буферный день? Это когда мы размещаем информацию о конкурсе. Грубо говоря, с 1 по 15 декабря конкурс в UDS размещен. Вы можете в этот срок получить сертификат. Но так как он может получить сертификат в конце 15 дня, он уже не сможет его потратить. Вот, и лучше всего закладывать еще 3-4 дня после снятия публикации о конкурсе, чтобы он мог в этот момент потратить этот сертификат. Грубо говоря, что конкурс будет длиться с 1 по 15 декабря. Сертификат вы можете потратить с 1 по 18 декабря, а розыгрыш будет подводиться 19. То есть такой своего рода буферный день для тех, кто в последний день сертификат получил и там не успел еще им воспользоваться, чтобы у него было время прийти. Для всех других это правило лучше не делать, потому что там источник трафика, он присоединился, посмотрел, да, все хорошо, просто вам уже тяжелее будет. Хотя это допустимо. Допустимо для других конкурсов тоже буферный день использовать. Так. Да, следующее – это участники конкурса. Сколько компаний лучше брать? Вот мы провели более 10 конкурсов и посмотрели уже. Нам
Некоторые присылают список там 23 компании, 25 компаний, но это очень большой список. И пользователь, когда заходит в конкурс, он даже не может до конца его прояснить, потому что очень-очень-очень много компаний. Поэтому рекомендуем число использовать. Вот самый вообще лучший конкурс, который сработал, это где было от 8 до 15 компаний. То есть больше число компаний вообще уже не нужно, там уже пользователь просто теряется, он не понимает, куда ему идти, как что сделать. Очень часто бывает, что в таком большом списке, там на первых местах там какие-нибудь коучи, еще что-нибудь выходят, ну просто пользователь теряется, ну не понимает, что от него хотят. Вот, поэтому лучше не почить как бы с компаниями, а начать с 8, там даже лучше там 10, там 12 всего ставить, даже до 15 не ходить, тогда максимальная конверсия у всех компаний будет. Потому что представьте, вот в конкурсе, ну, я прям по имени возьму, 100 человек приняло участие, а у вас 25 компаний. Вот разделились, получается, на 4 человека на каждую компанию. Ну, не совсем то, что бы вы хотели, получается. А если бы было там компании 10, уже по 10 человек бы пришло, и как бы компания лучше была. Вот. Также еще стоит отметить на типы компаний. Многие говорят, ну, это моя компания, я хочу с ними договориться, это классно. Но нужно понимать, все-таки ваша компания – это классно. Если вы в них верите, это тоже хорошо. Я верю в вашу компанию, это все здорово. Но не нужно там формировать списки из мебельной фабрики, кирпичный завод, коуч, не знаю, вот такого типа. То есть это не совсем тот бизнес, за которым заходит основная масса пользователей. Нужно понимать, что если вы хотите, чтобы конкурс хорошо сработал, нужно сдать доступные варианты для пользователей, которые его мотивируют вот за небольшие призы сходить и совершить несколько покупок подряд. Это там в ресторан какой-то сходить, ну, не супер дорогим чеком. Может быть, какой-то магазин одежды, где тоже там одежда не индивидуальная, которая стоит по 40 тысяч, а более бюджетный такой сегмент, там обувные магазины. Сезонные тоже нужно понимать, что хорошо брать сезонные, если это зимние, допустим, коньки, прокат коньков, какой-нибудь там арена, ну, что-то с этим связано. И не засовывать в зимние времена, допустим, магазин купальников, потому что, ну, скорее всего, у них не будут покупки совершать. Это нужно понимать. Мы же все-таки не дарим деньги каждому. Если бы мы сказали, что каждый, кто примет участие в конкурсе, там 100 тысяч получит, тогда бы, да, они побежали. Но тут нужно понимать, что все-таки экономия. Мы живем в России, и все хотят экономить. Поэтому давайте будем честными, что нужно такие компании подбирать репотребляемые больше, чтобы пользователю было интересно. Вот. Дальше что у нас идет? Сейчас посмотрим. А, вот. Как сформируется? Если мы... Да, компанию конкурента можно включать, хорошо работают, ничего страшного. Почему компанию конкурента можно включать? Потому что, скорее всего, они находятся на расстоянии друг от друга. А так как конкурс охватывает и город, и 20 километров еще в радиусе этого города, то трафик распределяется равномерно на такие компании. Вот обычно. Вот. Мы определились вот на этом шаге до этого с участниками конкурса, то есть это те компании, которые будут в нем участвовать. Что от вас нужно? Это от вас нужно просто вот такую еще табличку сформировать, то есть вот как на примере конкурса Кемерово. Это логины компании, чтобы мы их легко добавили в подборку. Вступительные баллы по сертификату, ссылка на сертификат, название компании и их бонусная программа, которую мы тоже прописываем в списке участников. Вот. Пример таблицы такой будет в архиве, потом, когда мы видео займем, я прям архив сделаю, там будут все примеры, все таблички, чтобы вы уже могли спокойно заполнить, если захотите конкурс провести, выслать нам, и мы там в течение одного дня все это сделаем. Так, все. Лучше призы разыгрывать? Ну как, денежные призы, они, конечно, хороши, но призы все-таки лучше работают. Вот. Чем денежная какая-то мотивация. Ну, по крайней мере, во всех, которых мы конкурсы сейчас проводили, мы и были как призовые, как деньги разыгрывали, так и призы, но призы почему-то лучше сработали. Может быть, в дальнейшем, когда мы будем еще больше тестов проводить и смотреть на статистику, может быть, денежные призы победят. Может, так совпали звезды. Так, ну что, вот. Что у нас есть? У нас есть призы, типы розыгрыша, то есть мы определились с призами. Точнее, вы, как дистрибьюторы, которые организовывают конкурс, определились с призами, с типами розыгрыша, у вас есть сроки, табличка с участниками. Все, на этом вообще все круто. Теперь вступаем в дело мы. То есть вы
имея эту информацию, может быть уже уверен, что конкурс запустится в течение одного дня. Потому что вся эта информация нужна для запуска конкурса. Что предлагаем мы? То есть я вот собрал материальчики небольшие. То есть первое, мы для каждого розыгрыша готовим их шаблоны. То есть шаблоны, они для всех типов есть. Может одна компания... Ну, я вот попозже там по одной компании отвечу. То есть смотрите, первое, это шаблоны для своего розыгрыша. Это не которые внутри находятся UDS. Эти шаблоны мы вам высылаем, и они разделены на типы. Вот в данном моменте, то есть по сертификатам, когда у вас есть, у нас три типа шаблонов есть. Это сертификаты, источник трафика и покупки. Мы вам их отправляем для заполнения, чтобы вы их передали компаниям-участникам для размещения у себя в соцсетях. Потому что часто так бывает. То есть не часто бывает, всегда так бывает. Когда мы говорим, давайте проведем розыгрыш, говорим компаниям, разместите информацию у вас о розыгрыше на своих соцсетях, страничках, они говорят, ой, а мы не знаем, что размещать. Мы говорим, ну вот же у вас конкурс такой, ой, ну там надо текст какой-то заполнить, у нас нет человека, чтобы на правильность этого текста проверил. То есть мы, с своей стороны, вам теперь высылаем все шаблоны для этого конкурса, когда вы определяетесь. Вам нужно поставить просто вот эти суммы разные, и вы отправляете их участникам для размещения в соцсетях. Помимо этих шаблонов, еще дальше покажу, там очень много картинок. То есть стак картинок готовится с нашей стороны, которые мы тоже прикрепляем, чтобы они могли у себя спокойно разместить пост в Инстаграм, в ВК о этом конкурсе, что эта компания участвует в этом конкурсе. Справа вот мы видим, как это выглядит. Допустим, шаблон готов уже внутри приложения, когда мы его размещаем. То есть мы тут все данные просто поменяли, заполнили и розыгрыш в Домодедово запустили. Ну, вот локация компании имеет значение, чтобы они в одном районе были. Не, на самом деле мы по городу запускаем конкурс, поэтому лучше, наверное, чтобы они в одном городе просто были там по районам, пока у нас не было такого, чтобы какой-то определенный район запускался в городе. Ну, вот кроме, наверное, Москвы, потому что Домодедово, как я знаю, наверное, скорее всего, район Москвы, да? Наверное, да. Если кто-то есть из Домодедово, могут меня поправить. Вот. Ну, давайте сейчас я дальше расскажу, еще дальше вернемся. Как выглядит конкурс? То есть вот, когда мы сформировали конкурс, у нас есть уже описание конкурса, есть компания, мы подготавливаем картинки. Вот справа можно посмотреть, как это выглядит. То есть, на примере сертификата. Человек получает сертификат, тратит, участвует в конкурсе. Это описание самого конкурса посерединке и баннер, как может выглядеть конкурс внутри приложения. То есть на каждый баннер это готовят наши дизайнеры, с вами они утверждают, размещают туда призы, которые в этом конкурсе будут участвовать. Если вам что-то не понравится, и вы скажете, допустим, ну, мы хотим цветовую гамму поменять, хотим колокольчик добавить, хотим веточку там к Новому году добавить, пожалуйста, без проблем, все это утверждается до того, пока вы не скажете, что все хорошо, конкурс как бы запускаться не будет. Вот. С этим все понятно, как он выглядит в приложении. Давайте дальше посмотрим. Это стак картинок, которые мы также отправляем. Когда вот у вас все документы готовы, вы нам отправляете, мы смотрим на количество, на призы, на дату проведения, мы вам готовим пресеты. То есть пресеты картинок для размещения в соцсетях, как от организатора, так и для компаний, которые участники являются, как я вот говорил, там шаблон текста есть. То есть вы смотрите, какой лучше подобрать. Там первый вот блок это для ВКонтакте, для Одноклассников подходит. Второй блок это для Инстаграма. То есть квадратная картинка это для поста и вертикальная картинка это для истории. То есть вы там готовите, все, у вас уже полностью описание есть, картинки есть, никому ничего заморачиваться не нужно. Если вам что-то опять в этой картинке кажется ну, не совсем там красивым, вы можете прислать ну, ваши пожелания, мы их изменим под тот вид, который вам нравится. Идем дальше. Так, что же еще с конкурсом происходит? Вот. То есть мы отправляем каждую неделю пуш-уведомления всем пользователям в данном городе о проведении этого конкурса. Если посмотреть, допустим, с сертификатами, там придет пушка, двойная выгода, успей воспользоваться, участвуй в розыгрыше и получай двойную выгоду. Вот, потому что двойная выгода из чего складывается? Это и скидки по сертификату, и, соответственно, то, что он может выиграть какой-то еще и приз.
Еженедельная ротация компаний. Это мы недавно ввели. До этого мы ротацию не делали. Когда мы делаем список, допустим, у нас 10 компаний, все заходят, и, как говорят, у нас первая компания собирает больше всего сливок. Вот. Чтобы такого не было, мы каждую неделю, перед тем, как отправить пуш снова, то, что конкурс вторую неделю продолжается, и давай-давай успей в нем поучаствовать, если ты еще не был, вот, мы ротацию компаний проводим. То есть сначала она реверсивная, то есть последняя компания поднимается на первый месяц, потом уже середочные, в середине которой были компании, они тоже поднимаются на первый месяц, на третью неделю. Мы можем также, если вы хотите, мы можем как принять от вас список, когда вы говорите, вот первую неделю я хочу вот в таком виде видеть этот список, вот так, компании там с первой по десятую, они вот такие должны. Во вторую неделю я хочу вот такой список видеть, потому что какая-то компания может сказать, давайте я вам 10 тысяч там дам, а не 3 тысячи, я хочу всегда на первом месте быть. Может такое быть, если вы нам эти условия продиктуете, что да, вот такие списки должны быть, вот каждую неделю они разные, я хочу, чтобы они вот такие были, мы для этого, для вас это тоже сделаем. Вот. По запросу, помощь в настройке рекламной кампании. Мы сейчас в теневом таком режиме провели еще несколько тестов, когда запускается конкурс. Допустим, в Домодедово запускался, мы сейчас 2 дня делаем рекламу еще в Инстаграм со своей стороны. То есть мы ее протестировали, оплатили, посмотрели, насколько эффективно она будет работать. То есть это прям реклама через Директ, но не у всех есть опыт работы с Директом, именно с кабинетом Гугла там. Не помню, как он называется, пиксель, что ли, вроде. Вот, в кабинете Гугла мы настраиваем компанию, чтобы отсечь тех пользователей, у которых есть UDS, потому что им уже реклама в самом UDS пришла. Мы их сегментируем на базу тех, у кого UDS не установлен, и показываем еще дополнительную рекламу в Инстаграме. То есть это помощь в настройке. Компанию вы тоже сами оплачиваете, но там суммы небольшие. Я чуть попозже, когда у нас полностью все эти тесты пройдут, покажу отчет. То есть сколько, допустим, денег, там 5000 рублей стоит 40 тысяч показов, грубо говоря. Вот, об этом конкурсе тоже хорошо работает. Вы можете как бы рекламный бюджет тоже туда заложить в дальнейшем. И мы вам поможем как раз в настройке этой компании, чтобы ваши условия соответствовали. Вот у нас специальный человек есть, он как бы уже протестил, скоро результаты покажу. Вот. Теперь частые вопросы, ну, это постоянно приходит, кто проводит итоги конкурса, потому что часто такое бывает, один раз конкурс усилен, говорит, а вы когда итоги проведете? Он говорит, не-не-не, подождите, тот, кто организует конкурс, тот и проводит итоги конкурса, там нужно указать, скорее всего, будет ваш UDS-аккаунт в вашем городе, либо ваш личный аккаунт, вы там можете подвести итоги этого конкурса. Предоставляется ли статистика по конкурсу. Статистику мы собрать не можем, потому что у нас нет доступа в личные кабинеты участников. То есть мы, как отдел маркетинга, не можем зайти в админку предпринимателя, откуда статистику взять. То есть вы сами заходите в админку или там предпринимателя просите посмотреть, сколько там по вашему сертификату пришло, сколько, грубо говоря, оплат прошло, и вот таким образом статистику собирает сам организатор, так как у нас нет этого доступа к личным кабинетам. Вот. Самый такой частый вопрос, это вот третий, у компании нет свободных источников трафика и сертификатов. Можем ли мы как-то в этом конкурсе участвовать? Да, компании, которые участвуют в конкурсе, им предоставляется системно дополнительно один источник трафика или сертификат. Ну, то есть в зависимости от того, какой конкурс будет, тип конкурса. Вот мы его прописываем, если у вас было 10, все 10 заполнены, у вас появляется 11-й. Как раз конкурс, но вы его сами заполняете, в табличку заливаете, мы его уже использовать начинаем. После того, как конкурс закончился, он у вас не убирается, так как он должен для статистики, он у вас сохраняется на все время. Вот. Единственное, что мы можем по второму вопросу статистику по конкурсу, это, наверное, общая активность пользователей в вашем городе во время проведения конкурса, потому что она растет, и можно эти данные с нашей стороны замерить. Мы можем замерить вот именно конкретно сколько сертификатов, но общую статистику активности пользователей внутри приложения мы можем предоставить. Так. Второе. Это как подвести итоги конкурса, у меня нет опыта. Вообще просто такой прям глобальный вопрос, потому что многие пишут, а как вам вообще проводить?
как это все делать, мы для этого отдельное видео запишем. Мы со своей стороны объясняем, показываем, как выгрузить по источникам трафика, по операциям, если у них есть какие-то условия, там сумма больше 500 рублей. Все это мы прямо в лайв-форме выходим на связь с организатором до того, как он еще проводит конкурс, объясняем ему, как выгрузить таблички с личного кабинета, как объединить в одну табличку, чтобы все участники конкурса там формировались, какие данные можно в открытый доступ постить, допустим, при проведении розыгрыша, какие нельзя, чтобы все было по-честному. Потому что мы так сталкивались, что очень часто бывает, проводят конкурсы, говорят, да-да-да, мы все знаем, проводите итоги. И в конце пользователь пишет, да вы неправильно подводите, у вас не было таких списков. В общем, действительно, ну, возникает негатив, потому что нет большого опыта. Вот мы все это объясним, там две делаются таблички. Одна табличка с полными данными для вас, с телефоном, чтобы можно было с участниками созвонить. Другая табличка в открытый доступ, который вы можете выложить перед подведением итогов. Там все частные данные звездочками закрыты, просто последние, допустим, три цифры номера телефона. Остается для чего сделано, чтобы пользователь, ой, точнее, участник конкурса мог себя найти заранее и посмотреть, что да, он там в списке есть, что он будет в этом участвовать, что конкурс все-таки не подстроен, что это реально он может выиграть. То есть везде нужна супер большая прозрачность, тогда и доверие к вашим компаниям возрастает. Вот. Еще один момент, что делать, если возникает вопрос во время конкурса, такое тоже очень часто бывает. Ну, на самом деле это постоянно такое бывает, некоторые компании пишут, ой, вот вы нам сделали картинку, она нам не совсем нравится, давайте мы сделаем свою, мы говорим, окей, давайте свою сделайте, картинку присылайте. Ну, в 99% случаев они, конечно, ничего не присылают в итоге, ну, вообще. Один раз прислали то же самое, я говорю, так это же та же самая картинка, они говорят, ой, ну, это наш дизайнер, значит, что-то неправильно понял, значит, нам все устраивает. То есть, если возникают какие-то вопросы, вы не знаете, как табличку сделать, или там, я не знаю, компания, грубо говоря, не стала активной, владелец куда-нибудь там заболел, он не может продлить, мы там можем быстро вмешаться и продлить эту подписку хотя бы на время конкурса. Ну, если действительно там владелец не просто так ушел, ну, говорит, я не хочу пользоваться UDS, а что-то там с ним случилось, не дай бог, конечно, не дай бог. Вот. Но мы пойдем на встречу. Также у вас будет свой личный менеджер. Что делать, если возник вопрос? Личный менеджер не тот менеджер, который с вами работает через админку, где там указан личный менеджер, а личный помощник с отдела маркетинга, который прям в течение 50 минут может исправить всю информацию внутри приложения вашего конкурса. Потому что часто такое бывает, что разместили информацию, что-то не углядели, грубо говоря, там или сроки, или даты какие-то неправильно. Если это делать через саппорт, где вы письмо пишете, это очень долго будет. У вас есть личный менеджер, вы можете мне прям написать. То есть мы прям работаем вплотную, сразу быстро все это исправим. Если у какой-то компании может возникнуть такой вопрос, грубо говоря, вот стартанул конкурс, и у какой-то компании пушек нету сейчас, а они бы хотели написать, что мы участвуем в конкурсе всей своей клиентской базе. Мы можем тоже быстренько взять и откатить пушки, чтобы они хотя бы проинформировали в начале этого конкурса свою клиентскую базу, может, они как-то по-своему хотят это сделать. Вот, еще тут один вопрос не записан, что делать, если те материалы и картинки, которые мы предоставляем, вам не подошли, и вы хотите свои сделать, ну, у вас там супер крутой отдел дизайна есть, и вот они все это хотят сделать, да, пожалуйста, не вопрос, передайте нам столько, ну, скажите нам, что, чтобы мы лишнюю работу не делали по поводу макетов, по поводу шаблонов, если вы сами хотите сделать, мы все это примем, все это сделаем. Вот. Ну, на этом все. Как бы по вопросу по конкурсу, наверное, закрыто. Еще раз хочу сказать, что все документы, все шаблоны, как это выглядит, и планы действий по выгрузке из админов участников для подведения итогов конкурса, мы это все прикрепим, наверное, в архиве где-то в YouTube, в YouTube-ролике, чтобы вам было понятно. Потому что здесь это описывать как бы смысла нет, это очень большая такая портянка, там видео нужно делать. Лучше все-таки это, наверное, файлом прикрепить, чтобы вы могли с вами посмотреть, что-нибудь там поменять в нем, ну и использовать уже.
На этом, наверное, все. Вы можете вопросы свои задать. Да, я быстренько на них отвечу. Если есть вопросы, может, мы с кем-то связаться лично. Ну, если вы конкурс уже организуете, то вы можете так, можете написать на сапор, чтобы я тут свой телефон прям вот так вот не выкидывал, и я с вами лично переговорю. Вот. Можете мне в Инстаграме написать. Стас Калашников. Так, сейчас я тогда по вопросам еще пройду, который здесь понял. Так, одна компания может участвовать. Ну, нет, одна компания. Так. Одна компания, скорее всего, может участвовать, но это тогда не будет таким глобальным конкурсом. И, скорее всего, мы не будем отправлять пушку по одной компании, что вот у вас проходит в город. Но если одна компания хочет участвовать, как-то разместиться там в Udacity со своим конкурсом, приходи к нам и участвуй, мы можем для этого дать небольшой вот такой баннер, как вот здесь вот нарисован, вот, я показываю в центре. А, грубо говоря, как вот до этого баннеры рекламные были, внизу есть такой раздел, обратите внимание, и вот там мы можем разместить, что вот у этой компании проходит розыгрыш, но пушки по общей базе мы не можем отправить на одну компанию. Это юридически у нас запрет стоит. То есть мы можем отправить, если только много-много компаний участвует. То есть на одну компанию мы не можем рекламировать, к сожалению, но под нее мы можем подготовить и контент, и разместить информацию на дашборде, и вы уже сами как бы проинформируете и ваших пользователей, можете дополнительно там рекламу в Инстаграм купить, будет видно на главном экране. Какая клиентская база? Ну, клиентская база на самом деле никакого значения не имеет, потому что мы же отправляем пушки не по клиентской базе, мы отправляем пушки по радиусу всех, кто есть в Юдесе, вот в этом городе, то есть плюс там, 20 километров от этой точки. То есть понятное дело, что база вообще никак не затрагивается, ну, конкретного предпринимателя. То есть это получат все пользователи UDS в радиусе действия этого города или в этом городе. У нас во вторник 28. Да, без проблем, 28-12. Без проблем. Все, что нужно, я все помогу. Ну, вот, кстати, по одной компании может участвовать. Давайте я тогда подготовлю еще один материал и его туда же в архив засуну, как будет выглядеть, если одна компания захочет участвовать. Ну, чтобы не на словах это было, а чтобы было понятно прям визуально, как это будет выглядеть. Какие ограничения тогда у этого конкурса будут. То есть это не массовые пушки будут. Мы можем этой компании добавить, допустим, две дополнительные пушки, чтобы она по своей базе отправила. Ну, общую информацию не получат, но я добавлю это все в архив, чтобы было понятно, как даже одной компании можно проводить. Так, ну вроде никто больше ничего не пишет, давайте тогда на этом остановимся. Если будут какие-то вопросы, вы прям свои вопросы оставляйте под видео, которое размещается на YouTube, потому что мы их читаем, все смотрим, на все стараемся быстро ответить. Надеюсь, вопросов никаких не осталось. Всех с наступающим Новым годом, хороших выходных, потому что сейчас уже выходные скоро. Вот. Не болейте. Всем пока-пока. В радиусе маленькой страны, а насколько она маленькая? Ну, кстати, если какая-нибудь супермаленькая страна, и там есть сетевые магазины, грубо говоря, там вот, ну, давайте для России приведем пример. Россия, конечно, большая страна. Если к нам заходит Пятерочка, Перекресток, Ашан и какую-нибудь акцию проводят, и везде-везде, в каждом городе эти заведения есть, почему бы, наверное, не отправить? Да, если легкодоступность есть
для страны, и там в каждом городе есть филиалы компаний, которые участвуют в розыгрыше, наверное, да, это имеет место быть. Мы рассмотрим этот вариант. Да, тогда это просто отдельно вы мне можете написать или написать на саппорт, вас со мной свяжут, и мы все это проговорим. Угу. Все, тогда всем пока-пока. Пишите ваши вопросы, если что-то было непонятно, под видео на YouTube. Пока-пока.